Привет, друзья! Я Александр Соколов, популяризатор науки, редактор портала anthropogenes.ru. Я считаю, что заниматься популяризацией науки крайне важно, потому что если люди перестают понимать, что там творят ученые в своих лабораториях, наука не только перестает финансироваться, но ученых начинают бояться, а потом ненавидеть. Вот недавно был опрос, проведенный в ЦИОМ, который показал, что 72% россиян не в состоянии назвать ни одного важного научного открытия, сделанного за последнее десятилетие. Это, ребята, фиаско. Поэтому я считаю, что нужно всячески поддерживать те проекты, которые в нашей стране стараются заниматься научной пропагандой, просвещением, популяризацией. И в их числе, наверное, в первой тройке я назову курилку Гутенберга. Этот проект, он замечателен еще тем, что они стараются делать популярные лектории некоммерческие не только в столице, но в разных городах России. Поэтому я, Александр Соколов, призываю помочь этому некоммерческому проекту. Для вас достаточно перейти по ссылке и перевести небольшую сумму в помощь курилке Гутенберга. Давайте вместе помогать просветительским проектам. С вами был Александр Соколов. Спасибо.